Здравствуйте, в эфире «Вести Магнитогорск», в студии Петр Хатенов. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах. Серьезно и откровенно спикер городского собрания депутатов обсудил проблемы власти, бизнеса и политики со студентами. Пенсионеры воспитывают нарушителей правил дорожного движения. В очередной раз помочь милиции на улицу вышли дружинники. Лучшими стали новички и ветераны. На Карталинской таможне завершились соревнования служебных собак и их хозяев. Откровенно о городской политике, коррупции и бизнесе. Председатель городского собрания депутатов Александр Морозов сегодня встретился со студентами, будущими юристами и управленцами. На беседе без купюр присутствовала и наша съемочная группа. Александр Морозов сразу дал понять, что сегодня он только первый среди равных. Его фирменное обращение коллеги заставило аудиторию не только внимательно слушать, но и участвовать в беседе. Мне бы хотелось, чтобы молодежь была лучше, чем мы, люди среднего возраста, чтобы были активные и неравнодушные, чтобы не только возмущались, но что-то предлагали интересное, логичное, здравое. В качестве аванса аудитории последовали откровения о политике, экономике, социальной сфере. То, о чем не всегда говорят с экранов и пишут в газетах. Морозов честно ответил на вопросы о коррупции среди депутатов. Не там ищите, это проблема скорее другой ветви власти. О бизнесе у Александра Олеговича особое мнение. Молодым людям нужно различать черное и белое предпринимательство. Принцип заработать деньги любой ценой может быть опасен. Все это же машинально делается. Выходишь первый, даешь руку. Или там бабушке уступаешь место. Это делается на уровне подсознания. Вот на уровне подсознания должно быть отношение к честному бизнесу и нечестному, добросовестному или нет. Коснулись и прошедших выборов, и грядущих субботников, и подготовки к празднованию юбилея Победы. Молодые люди из первых уст узнали многие городские новости и высоко оценили оказанное им доверие. Большое ему, конечно, спасибо. Очень понравилась тема по проблемам местного самоуправления. Особенно заинтересовала проблема с коррупцией. Эта встреча одна из немногих в рабочем графике Морозова. Те два часа, пока длилась беседа, спикер городского собрания не считает потерянными. Ставка на молодежь всегда приносит свои результаты. Юлия Черешнева, Виталий Березин, Алексей Гондаренко, «Вести Магнитогорск». Бороться с нарушителями правил дорожного движения на улице Магнитогорска вышли дружинники. Добровольцам, среди которых в основном пожилые люди, пришлось не только сдерживать желающих перейти проезжую часть в неположенном месте, но и побегать за некоторыми нарушителями. Вместе с дружинниками пенсионеров через дорогу переводил Виталий Березин. Улица Санаторная, одностороннее движение. От остановки трамвая к мини-рынку устремляются группы пенсионеров. Проезжая часть не преграда, ее пересекают по диагонали, чтобы сократить путь. Не всем удается завершить его благополучно. Если мы посмотрим в глаза статистики, которая вещь упрямая, 30% наших пострадавших – это пенсионеры. И, к сожалению, они получают тяжелые травмы, которые впоследствии не всегда удачно срастаются, это переломы. Совсем недавно чуть не разгорелся скандал. Пенсионеры пожаловались в одной из городских СМИ, что инспекторы ГАИ штрафуют их за переход в неположенном месте. Милиционеры решили, что с этой категорией граждан нужно быть тактичнее и поставили охранять участок дороги дружинников, тоже пожилых людей. Такой регулировщик протокол не выпишет, но наставит на правильный путь. Под пристальным взглядом добровольных помощников милиции бабушки и дедушки стали ходить как положено. А вот с менее организованными гражданами пришлось разговаривать жестко. Внимательно посмотри, или я тебя сейчас учить буду здесь. Понял, нет? Ну-ка, дайте еще раз корочку. Ну-ка, вон там вот. Вот там, ну-ка. Ну, конфликтные ситуации, они будут всегда, потому что если человек вышел и в 10 часов утра он уже пьяный стоит, то он, конечно, не будет подчиняться никаким правилам дорожного движения. Столкнулись и с курьезами. На этих кадрах видно, как мужчина бегом спасается от пожилых дружинников. Благодаря своему энтузиазму добровольцы навели порядок даже без помощи сотрудников милиции. Справедливости ради стоит отметить, что автомобилисты тоже осложняют ситуацию на этом участке. Таксисты оставляют автомобили прямо на переходе, перекрывая пешеходам кратчайший путь. Спустя некоторое время появляется и хозяйка автомобиля. Дружинник делает нарушительнице внушение и отпускает с миром. Все-таки цель у сегодняшнего мероприятия только профилактическая. Виталий Березин, Алексей Гондаренко, «Вести Магнитогорск». Вы смотрите «Вести Магнитогорск», продолжаем выпуск.
Сегодня стартовал второй этап областного конкурса «Учитель года-2010». Педагоги провели открытые уроки, а также встретились с родителями учеников. Уже завтра станет известно, кто из конкурсантов прошел в третий тур. А сегодня на открытом уроке побывала наша съемочная группа. Открытый урок проводится строго за закрытыми дверями. Педагог, школьники, жюри. Передвигаться запрещено даже телеоператору. Для конкурсантов создают буквально тепличные условия, чтобы ничего не отвлекало. Константину Алексину, согласно фамилии, как в школьные годы, к доске пришлось выйти первому. Тема урока строго по учебному плану, особенности планеты Земля. Это не очень мне было неизвестно. Ну, вроде кое-что было известное. Но все-таки это новая тема. Ну, я не могу честно сказать, мне больше всего понравилось все. Ну, не могу, в общем, сказать. К доске сегодня выйдут все 15 педагогов. Оценивать будет жюри. Победители различных этапов прошлых конкурсов «Учитель года» – специалисты управления Министерства образования. Кто из учителей всех милее, профессиональнее и умнее, до завтра останется тайной. Пока конкурсанты довольствуются самоанализом. Самое главное, что детям удалось действовать на уроке. То есть они проявили свою деятельность. А то, что я довел информацию, это дело десятое. Главное, чтобы они учились работать, действовать. Результаты открытого урока жюри объявит завтра. Пятеро педагогов, согласно регламенту, с дистанции сойдут. У остальных по плану мастер-класс. Победителя область узнает в пятницу. Елена Остайна, Алексей Гондаренко, Вести, Магнитогорск. Магнитогорский технический университет накануне принимал творческую элиту города. В стенах вуза состоялась презентация книги, посвященной знаменитому хирургу и почетному гражданину Магнитогорска Рудольфу Гуну. Спустя год после его смерти она вышла в свет с двумя названиями – Рудольф Семенович Гун и Рудик. У книги 73 автора. Именно столько человек оставили в ней воспоминания. Личность большая, спектр широкий, интересов. Это целый пласт всей жизни городской страны через книгу. Самое основное для меня, что это совершенно уникальный, совершенно такой вот отец, которых, наверное, немного, которого можно пожелать каждому. Просто для меня, конечно, это главное, то, что он просто хороший человек, гениальный хирург, то, что он и как политик себя успел проявить, и масса увлечений, которые никогда не были несерьезными. А увлечений у Рудольфа Гуна было немало. Обладателя бархатного баритона, его еще в медицинском университете звали на работу в Челябинскую оперу. В память о нем, талантливом шахматисте, проходят турниры. Поэтому и в книгу вошли воспоминания людей различных профессий. И медиков, и спортсменов, и музыкантов, и политических деятелей со всех уголков страны и Европы. Каждый третий магнитогорец сегодня посетил одно из городских кладбищ. По православному календарю сегодня Радоница, в народе родительский день. Его корни уходят в дохристианскую эпоху. Записи о весеннем дне поминовения усопших есть в рукописях 4 века нашей эры. Ну, наверное, потому что это традиция, потому что я чисто русский. Вот. Это русская традиция поминать родственников, помнить о них. Вот поэтому и приходим, чтобы вспомнить их, их уже с нами нету, отдать им долг. Независимо от вероисповедания, этот день – хорошая возможность навести порядок на могилах. Во многих организациях сегодня был сокращенный рабочий день, чтобы все желающие успели посетить кладбище. Были организованы дополнительные маршруты до мест захоронения, а на основных увеличено число автобусов и трамваев. При входе на кладбище была организована выдача полиэтиленовых мешков, чтобы горожане не оставляли после себя мусора. Городская милиция несла службу в усиленном режиме, серьезных происшествий не зафиксировано. Серебряные и золотые награды привез коллектив Магнитогорской таможни с соревнований кинологов. Впервые они проходили на Карталинском посту. В состязаниях приняли участие 19 таможенников и их четвероногих напарников из Магнитогорска, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Тюмени. Собакам предстояло найти наркотические средства в багаже, помещении, легковых и грузовых машинах, а также продемонстрировать идеальное послушание. С Карталинского поста материал Ольги Беличенко. Идут овчарки на коротком поводке, и пост таможенный обводят строгим взором, и напевают на собачьем языке.
Хотя и не на службе, а всего лишь на соревнованиях, взгляд у мохнатых таможенников добрее не стал. Уж больно соперники серьезные. Приехали самые чуткие носы из таможенных постов Уральского региона. У некоторых первый этап получился, как первый блин. Есть, конечно, недоработки, скажем так, может быть, в чем-то самих кинологов. Вот, еще все-таки нету того единого слаженного взаимодействия между кинолога и собаки. Но мы учимся. Учиться и применять знания на практике. Такую задачу ставят организаторы соревнований. Тайсон из Ханты-Мансийска первый раз сражается за кубок. Как и его знаменитый тезка, хотя и без перчаток, сразу рвется в бой. В Красной Звезде 2 года служу, попалась. Там кавказцы были, среднеазиаты. Тайсон, тихо. Ну да, вот он нервничает, вы сейчас видели, что скулит, для него много собак здесь. Интересно поиграться там. С Тайсоном были солидарны многие участники соревнований. Покорно ждать своей очереди по силам было только флегматикам. Но взять себя в лапы и не поддаваться эмоциям все же пришлось. Поиск наркотиков требует сосредоточенности. При этом собака ищет не зелье, а прежде всего запах. Поднятая вверх рука кинолога означает, искомый объект обнаружен. Найти собакам предстоит вот такой пакетик. Это не наркотик, а лишь имитатор наркотического вещества. К примеру, это может быть гашиш, марихуана или кокаин. Здесь приблизительно 5 граммов. В данном случае это каннабис с латинского марихуана. По запаху он практически похож на оригинал, но вот для здоровья собак абсолютно безвредный. В команде Уральской оперативной таможни только девушки. У хрупкой Юлии Регуш пес особый. Арес единственный в наморднике. Этот взгляд ветерана таможни и МВД хорошо знаком преступному миру Екатеринбурга. 5 лет работы в уголовном розыске и более 200 злоумышленников ощутили силу его челюстей. Да он так-то нормальный парень. Рыська. Мы живем как бы вместе, то есть он домашний, он живет дома. Вот. Мы с ним дружим. Ну, не знаю, как-то понимаем друг друга. Дело-то не в размере собаки. Дело в способностях кинолога. А в минувшем году Арес нашел 30 килограммов марихуаны. В итоге эта команда и стала победителем соревнований. С отрывом в 5 очков серебро у Магнитогорской таможни, 3-е место у Екатеринбурга. В личном первенстве победу одержал кинолог нашей таможни Бухарбаев Руслан. Для нас хорошо. Тем более он уже старенький песик, 8 лет. Тяжело ему было, видите, устал. Теперь победители отправятся на всероссийские соревнования. А пока кинологи радуются виктории, мохнатые таможенники сводят счеты. Победу отстояли. Вдруг еще и дополнительный мешок корма перепадет. Ольга Беличенко, Алексей Гондаренко, Вести Магнитогорск из Карталинского района. В Магнитогорск съехались обладатели красивейших голосов мировой оперной сцены. В пятницу стартует 4-й международный фестиваль «Вива Опера». Его открывает произведение Сергея Рахманинова «Алека». Главную партию исполнит народный артист России, солист пражской оперы Юрий Горбунов. Он родился в Читинской области, в мастерству учился в Новосибирской консерватории. Пел в театрах Челябинска, Екатеринбурга и Перми. В его репертуаре главные партии шедевров мировой классики. Среди его героев немало и злодеев. Я люблю петь роли, партии, в которых есть какой-то драматизм, страсти есть. Как раз когда я пел, помню, мне говорили, что Юра, мы тебя знаем как доброго человека, а вот эти роли злых гениев, то что-то не очень хорошо это самое тебе идет. Но мне все равно это нравилось, я пел. Оперу «Алека» магнитогорские ценители прекрасного услышат 16 апреля. Но насладиться голосом звезды мировых сцен можно уже завтра. В Большом зале консерватории состоится его сольный концерт. Новости спорта продолжат программу через несколько секунд. Стальные лисы повели в серии и стали еще ближе к финалу Кубка Харламова. Накануне подопечные Евгения Корешкова обыграли в гостях белых медведей, не оставив хозяевам и шанса. 3 гола для медведей организовали Филонов, Сдунов и Ишмаметьев. А вот хозяева так и не смогли довести свои атаки до заброшенной шайбы. В итоге 3-0. И уже сегодня может решиться, играть лисам в финале или возвращаться в Магнитогорск на 5-й матч. В
Магнитогорские теннисисты вернулись из Челябинска с чемпионата области среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Никита Остачев и Владислав Старочев привезли золото, а вот Владиславу Дудареву повезло меньше. В финале он уступил и в итоге только серебром. Александр Балмасов на пьедестале был еще на одну ступень ниже, у теннисиста бронза. Сейчас магнитогорские спортсмены готовятся к чемпионату России. До него осталось всего пару месяцев. Мария Дронина, Вести, Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды. Вы смотрели «Вести Магнитогорск». Я желаю вам всего хорошего и до встречи. Четырнадцатого апреля в Фершимпенуазе. Температура воздуха ночью до минус 7, днем плюс 6-8. В Кизильском в ночные часы минус 3-5, днем плюс 7, плюс 9. В Верхнеуральске ночью до минус 6, днем 5-7, выше 0. В Абзаково ночью минус 5, минус 7, днем плюс 6, плюс 8. В Магнитогорске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью до минус 5 градусов, днем плюс 7, плюс 9.